Всем привет, это Юлия и Аня, мы отдыхаем на Тенерифах. Yes. Здесь очень классно, очень хорошо, что мы в данный момент не находимся в Латвии. Да. Вот их национальный костюм, у нас напиток называется... Апипиле, Чидер, Кимтасты. Это, наверное, фирма называется. Кимтасты, да. Вот мы пьем кимтасты. Круто. На Тенерифах это очень распространенный напиток. Вот, как вы видите, он зелененький, из натуральных соков. Соответственно, очень полезный, да, на натуральных основах. И вот Лукай. Луткай, что-то с небом, наверное, связано. Диод, вот даже. Вот сидр. Да, хорошо. И в общем отдыхаем на Тенерифах. Сейчас погода за бортом захерительная. Да. Вот, смотрите, кристально чистый океан. Видите, даже видно дно. Да, мы вот на, на лежанке отдыхаем. Да, блин, такой кайф, что мы вырвались на пару дней из Латвии. На пару дней нам вот еще принесли какой-то сок. Там официант где-то, у нас личный официант причем. Личный официант, он же массажист, он же негр, смазанный маслом, проникающий во все места, я имею в виду до всех групп мышц, дотягивающийся. И вот сейчас будет очень хорошая погода, и мы отдыхаем на Тенерифе. Да, боже, мы так рады, мы так не хотим возвращаться обратно просто. Нет, не хотим совсем. Вообще не хотим. Эти самолеты, эти перелеты, эти вечные такси, лимузины, боже мой, это иногда так надоедает. Да. А хорошо, что всегда есть с собой массажист с мазным маслом. И хороший кофе, и вот ящичек Apple, кентачки, да, ящичек кентачки мы взяли с собой по ящичку, привезем в Ригу. Такой один стоит, по-моему, около 100 баксов, не? Она такая бутылочка. Да, да, и то нам, как VIP-гостям, ну, как по закупочной цене дали. Надо не разбить бутылку. Скажут, еще верну деньги. В общем, мы тут отдыхаем, едим национальные фрукты этой страны. Вот фрукты этой страны очень национальные. Как называется, не помню? Нет, какое-то такое название экзотическое было. Кулумникей и черемашиней. Вот. Кулумникей, черемашиней. Да. Блин, у вас в Латвии таких вообще нет. Это просто объедение, вы не представляете. Если вы можете... Мы если бы могли передать, жалко, камера не передает всех этих ощущений, которые мы испытываем, когда мы это едим и пьем. Да. Эту божественную напитку. Пищу и напитку. В общем, мы передаем загрязненный Латвии, задымленный в эту нетеплую погоду сейчас там. Мы передаем привет, пис, мы вас помним. Юлианя, это мы вам передаем привет, мы вообще не отдыхаем, нам все классно, вот, да. Так что, we'll see you in Latvia. Hi, George! В общем, подъехал Джордж Клуни, опять предлагает свою мартини, но мы как бы, у нас есть натуральный макни в твою кулу. И нет, Джордж, спасибо, нам не нужно твое мартини. У нас есть кристально чистое море. И нам и так очень замечательно. Так что ждите нового видеоблога из Тенерифов. Мы вас любим, бай. Мы сейчас все присоединимся. Да. Ладно, пока.